От сырого мяса до полуфабрикатов и колбас подход к производству не просто основательный, скорее трепетный. Принцип замкнутого цикла – от поля и выращивания скота до прилавка. В Новосибирске в апреле уже откроются 13 новых магазинов «Ориант». Мы производим сами коби-корма. У нас сейчас поголовье скота более 570 тысяч. Из наших животных мы производим нашу мясопродукцию. То есть у нас контроль идет на каждом этапе. Сейчас открываем мы сегодня 632-й магазин на территории Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа. Продукцию изготавливают в Челябинске, где и выращивают скот. Доставка на автомобилях-рефрижераторах занимает всего сутки. Сои нигде нет, что очень странно, потому что мы привыкли везде есть сои. Вот такой ценник большой. Мне очень все понравилось, буду постоянным покупателем. В варианте все под рукой. Свежее мясо, шашлык, колбасы, а также приправы на любой вкус, молочные продукты, крупа и многое другое. Покупатели ждут уже сегодня. Елена Щербакова, Евгений Агеев, Новости ОТС.